Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. What's up, boys? Всем привет. Я сверкаю, пиздец. Shit, man. Как дела? Сборная России слила. Рифмую. Управа, мэн. Управа. Респект. Сияю, блять, натуре. Протер, ёпт. Школьники, которые стали абитуриентами. Респект. Всем респект. Аминев Станислав, тёзка, с днюх тебя, ёпт. Личик слабо показать. Господи, когда вы переведётесь, люди? У тебя чё, усы нет, тебе кажется? Фон просто экстремальный. Экстремальный фон. Включи маску собачки. Нет. Простите. Чё с тобой? Я болен этим дерьмом. Мэн. Ты ща где? Я в лесу, смотри. В саду, ёпта. Где, блядь, рука? Вон, видишь, вон. В саду. Сколько лет? 15. Пемп-красопед. И другого пемпа нет. Когда альбом? Ждите. Скоро вы увидите все. Бля, опять никаких интересных вопросов, вообще дичь, блядь. Письку дашь, ебать. Жесть, просто жесть.
Салам, гринговый. Кофту покажи. Да, блядь, обычная кофта. Видишь, нахуй. Отличная кофта. Ты кто? Я чемпион. Какой у тебя уровень IQ? 72. Футбол или баскет? Баскет, конечно же. Футбол не смотрю. Не интересно, мэн. Знаешь Big Russian Boss? Нет, не знаю. Зачем маску одевать? Потому что ее надо надевать, чувак. Русский язык. Русский язык. В доту сыграть не хочешь? В нее еще кто-то играет. Серьезно. В доту, блядь. Покажи хату, бля. Йо-мэн. Какую персону погонять для ознакомления или сразу пятую можно? Сразу пятую ебашь. Они все одинаковые практически. Но пятая самая новая. И там больше всего фишек разных. Бля, мне пишут. Вот, поэтому персон пятая заебись. Если с английским заебись, то вот сам то. Читаешь сейчас что-нибудь или какую последнюю книгу прочитал? Ничего не читаю. Хочу прочитать цикл «Ереси Хоруса». Злые голуби или тигры? Ще похуй. Но болею за Смоки Мо. За его команду, мэн. Смоки Мо. Он должен победить. Кто из русских рэперов тебе больше нравится? Салют, Максон, многознал, респект. Я благодаря тебе и боссу начал на баскетбол ходить. Респект, бро. Баскетбол тема. Спорт тема. Занимайтесь спортом. Господа. Как к бейсмент относишься? Хочу у них продюсирование взять. Бери, бро. Там пацаны работают пиздаты. Все пиздаты сделают. Будет клёво. Бля, мне присылают всякие запросы на участие в прямом эфире. Не. Бульвар Депо нравится. Депо, респект. Депо крутой. Был в Ставрополе. Был в Ставрополе. Гуччи или Найк? Гуччи, чтобы продать Куччи и купить больше Найк. Вот так вот. The Mind of Hustle, ёпта. Заказываешь с Алика еду. Конечно, все русские заказывают с Алика еду.
фараон как? Фараон, молодец. Молодец. Гуфиц депо. С удовольствием, я думаю, депо хит нахуй не упало. Кристи Мэг или Фокси Ди. Хуй его знает. В Киеве был? В Киеве был. Был в Киеве. Прикольный город. Тебя звали на Раймс Шоу 2. Нет, я никому нахуй не нужен. Я настолько тупой, что только недавно понял, что обозначает буквы на маске. Бро, Янг, Пьямп. Как начать писать? Хуй его знает, бля. Я не задавался таким вопросом. Я сел и сделал просто. Бля, какого хуя скимас говорит по-русски? Скимас, мой братишка. Рад за него. Big Baby Tape, знаешь? Знаю. Трек Trap Medallic, короче. Охуительный. Просто очень крутой. Trap Medallic. Да, сделал даблов. Эдгоп. Что думаешь по поводу смерти Икса? Ничего не думаю, вообще похуй. Как тебе идея про фит с Ice Peak? Да, блядь, никому не нужны со мной фиты, о чем вообще базарить? Го в танке. Бля, я думал, в танке только мужики 40 плюс ебашат. А я еще пока не 40 плюс. Вот с ракетник будет. Мы недавно вывели эту тему. Вот 40 лет. Вот тебе, короче, хуяк, и тебе 40. И у тебя сразу щелкает, и ты вот на свой день рождения встаешь и скачиваешь World of Tanks. Ебаш. Хуенно. Трек с Ригасом хороший, стоит слушать, стоит, ёпт. Но там такой стилёк, что я не знаю, короче. Многие подумают, что это говно. Мне так кажется. Сделай фит со Слип. Уже есть. Уже есть такой трек. Почему так мало людей на трансе? Потому что я андеграунд как метро. Андеграунд как метро. Как тебе Гонфлат? Гонфлат респект. Вот Гонфлат из всей новой школы, он хоть чуть-чуть прикольные фишечки делает. Ну есть прям совсем новой школы. У него есть зерно, если вы понимаете, о чем я. Как относитесь к паштехнику? Паштехник, пашок охуенный. Ждите, скоро будет мясо от пашка. Мало людей, потому что скалотаж спит уже. Нет, мало людей, потому что мало людей. Такие дела. Чё по планам на будущее? Не сдохнуть. Что послушать из французского рэпа? Буба, Карис,
Асяж, Лакрим. Ну вот 4, короче, я думаю, тебе хватит. Хуя там гонки на шохерах за окном, так я на этом, блядь. Лиман, или как там эта хуйня называется, где гоняю 24 на 7. Салам алейкум, как ты относишься к евреям? Вот это охуенный вопрос. Особенно начало его такой пиздатое. Усы, 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 да, усы, чё, ёпт. Хочу и ношу, врубайтесь. Пемп, ты популярный? Нет. 450 людей в этой трансе скажут, что нет. Написано топовый эфир, но я не верю этой хуйне. Куда идти после 8 класса? Домой. Жрать пельмени. И радовать родителей. У тебя дырка между зубами, как у колхозника. Так я и есть колхозник. Послушай мой альбом, бля, и там все сказано, нахуй. Смотришь, чья? Нет, не смотрю. Жарить пельмени охуенно. Да, жарить пельмени — это стиль. Просто жареные пельмени. In my heart, бро. Как тебе Е3, что попало в твой личный топ? Бля, Microsoft разъебала всех. Хуя. Жду, короче, этих от фромов, эту игру, блядь. Shadow Die Twice. Начало забыл, как называется. Короче, там много прикольной хуйни и много неприкольной хуйни, но, короче, много что есть прикольного. Жарить мамку или пельмени? Бро, я не Battle MC, поэтому выбираю пельмени. Пельмени, заебись. Стер бы память и прошел заново Сан Андреас. Без базар. Да я бы даже не стирал память, бро. San Andreas, in my heart. All day, every day. Как тебе Detroit Become Human? Я не играю в интерактивное кино, мне не интересно. Блины или пельмени, смотря с чем. Groove Street for Life, пельмени forever. Это вот лейтмотив, короче, моего будущего альбома. Он так и будет называться, короче. Groove Street for Life, пельмени forever. Нахуй, скриньте, блядь, заливайте это на YouTube. Респект. Анонс Тесс просто конча. Да потому что с Тессом их доебали, вот они и выкинули огрызок, типа отъебитесь. Изи. Пельмени с мясом или блины с творогом? Хуй его знает, смотря когда. Вот если с утреца, короче, то блины с творогом. Если в обед, то пельмени. Если на ужин, то хуй его знает.
Салам из Казахстана 2. Е, а чё Казахстан 2? В смысле Казахстан 2? Ну, новая страна, Казахстан 2, типа. Назарбаев такой, так, всё, короче, делаем ремейк, пацаны. Бля, анонс такой, Казахстан 2, ёпта, ждите. На ужин залупа три хуя. Чувак, нам нужны такие авторы. Кинь в директ, короче, заявку. Еще таких жуток накидай. Охуенно шутишь просто, вот, блядь, топ. Украинский борщ пробовал, охуенный. Да, новая страна, новое будущее, бля. Тебе делать нехуй, чтоб с этими даунами трансу заводить. Еба, братан, ты накликал на себя беду. Fallout 8, там уже 76, я тебя поймал. А не 86. Да хуй там, блядь, онлайн хуйня. Дал бы пизды Димасте. Да, блядь, он приходил на шоу, короче. Абсолютно адекватный чувак, я не знаю, чё. Все так на него ненависть свою выливают. Татары, братья навеки. Е, принеси мне чак-чак. Ты любишь плов не очень, но сожрать можно. Смотришь ФБ4? Смотрю. Класс. Пригодилось ли высшее? Конечно, пригодилось. Я стал умнее. Это не сильно заметно, но в натуре я стал умнее. Я был вообще тупым. Привет от татаров, от татар, татар сквад, татар бойс. Сними маску и сожри дошек. Где связь между этими действиями? Нахуй вы Дрейка выгнали со сквада. Дрейк не татарин. Изи. В Майами похолодало. Как говорил классик, в Майами люди потеют, но не воняют. Такая хуйня. Покажи маникюр. На нахуй. Где работаешь? На Шарико-Подшипниковом заводе я работаю. Слушаешь ли ты UFO 361? Да, UFO пиздатый. Последний альбом просто ёбнись. Просто пиздец. Каждый трек мясо. Ёбаный турок просто ебёт игру. Такие дела. Есть фаворит у тебя ФБ. Ну, короче, про грин вообще прыгнул.
если он дальше будет, короче, продолжать в том же духе респект. Сбри усики. Нет. Хочу и ношу, отстаньте. Почему так много рэперов в США убивают? Потому что они черные. Черный менталитет. Где твой твит про Икса? Потому что мне вообще пофигу. Честно. Я не слушал его музыку, не читал там какой-то... О-о-о. Икс, блядь, молимся нахуй. Где ты, блядь? Я же говорю, ёпт. Говорил, точнее. Что думаешь о Big Baby Tape? Уж говорил. Слушал Dead Kid? Не, не слушал. Вообще хуй знает так. Кошка где-то шароебец, хуй её знает. Какая собака на вкус, срочно нужно пиздатая. Почему не хочешь на версию с BPM? Потому что я не умею читать рэп. Я ж там завафлюсь, я не попаду в бит, меня обосрут потом, пиздец. Нахуй надо. LJ заебал на своем Сузуки гонять, yeah. LJ летит на Сузуки со скоростью звука. Такие дела. Черж, здорово. Как у тебя дела? Когда ты там освободишься? Ты сегодня на смене, бро. Мы летим на Ямахе. Твои руки в моем пайке. Ебу. Ебу. Обои нихуёвые. Это в Лувре. Да, я в саду. Понимаешь? Эдема, бро. Сад Эдема за спиной. Я реальный бой. Ой. Не, я к еврею не катал. Тебя жду. Мне на своих двоих далеко. Чё, картошку уже взял? Я не знаю, чё, блядь. Происходит, ребят, я не в курсе вообще, не шурши, да я не шуршу. Салам, брат, кофту в отбеливатель. Не, блядь, остался, короче. Пятнышко от чая осталось. Хватит шуршать. Мы шуршим на Сузуке со скоростью звука. Да я не знаю, что шуршит, наверное, то, что я его ёбнул, блядь, об асфальт от телефон. Вот и шуршит. Хочу и шуршу, ебать.
купи нормальный телефон. Айфон, что ли, блять, ваш ебучий. Босса на шубу сдал. Да вон босс в комментариях сидит, ёпт. Задавайте ему вопросы, он вам ответит, какие вы ублюдки. Какой телефон? Nokia 3310. Как насчет трека прошуршания купюр? Как насчет того, что это мне доделывать то, что я тебе сегодня прислал? Или переделываем? Кто пимпа тронет, завалю. Брат за брата, за основу взято. Здесь шутеры в здании, 30 убийц, стрелки. В этом саду и демо. Вы врубаетесь. За сколько брал Нокию? Так просто пришел, забрал. Еман. Респект. Куплет. Рэп. Все дела. Босс, почему новых фоток изюма нет? Могу вам сказать, почему нет новых фоток изюма. Он умер. Дыдыщ, блядь. Фадееву респект. Фадеев салют. Диман, ты чё ржёшь над шуткой, то, что изюм умер? Изюм погиб за семью, врубаетесь? Весь ХХФ в здании. Смотрите. Задавайте вопросы. Вопросы, блять. Вопросы Дмитрию Фадееву. Задавайте вопросы большому русскому боссу. Такого вы больше нигде не увидите. Только на моих трансляциях. Это ламповые трансляции. 350 человек, мэн. Ух ты. Обои, как у бабки в коммуналке советской. И именно так, бро. Именно так. Когда вот свои обои заимеешь, будешь пиздеть. Понимаешь? Мози Монтана. Но она не настоящая Мози Монтана в этом чате, понимаете? Бля, кто, короче, спрашивает про обои и пишет всякую хуйню про обои, вы можете пососать мой хуй, ложки. Ты ссаный плагиат велел сквада. Чуваки, блядь, когда я читал рэп, нахуй. Велел сквада не было. Отдайте уважение, блядь, отцам, нахуй. Кто принес
трэп-музыку в эту вонючую страну. Это мы. Это мы. Это Яникс. Это хэштег, это ETL. Мы принесли, блядь, сюда это говно. Популяризировали эту хуйню. Так, короче, все, что-то пошли какие-то штуки непонятные, скучные. Поэтому я сейчас буду ливать. Простите меня, что я вас оставлю с вашими проблемами. Фух. Такие дела, ребят. Чё, Диман, я стою, давай, чё ты хотел вкинуть, давай, я пойду, короче. Потому что надо съебаться. А, я понял, короче, я понял, чё вы хотите сделать. Ну, давайте, жду, пацаны, только давайте быстрее, тут есть... Это хуйня. Таймер, короче. Трансуха может закончиться. Пимп, у меня экс завтра по логике, прикинь, да. Удачный экзамен, бро. Надеюсь, ты пройдешь его успешно. Все выучишь. И поделишься нахуй с половиной этого чата. Этой важной вещью под названием логика. Ебой, я не увидел, сорян, бро. Отвечай. Я типа под водой. Ебать ты очки. Это подводная трансляция. Чё типа вообще как? Суки в комментариях. Бля, стань. Я, короче, приехал домой, а тут у Изюма тусовка, типа он с друзьями. Вот Никитос, это Браун. Подожди, Никитос, салют. Он, тогда... ну, типа, черный, но вообще его Браун зовут. Чего, типа, как? Ты в Майами? Да, я в садах Эдема в Майами, бро. Обои пиздатые, ты где взял? Взял. Я в Леруа видел такие недавно. Смотри, он у тебя шевелится сзади. Он мне дрочит. Шутка. У тебя хуй на спине. А, блядь, видел? Сука, я сейчас просто охуел. Видел эту порнуху, где это... У женщины была вагина на затылке. Где доктор такой раздвигает, типа... Волосы и такой, о, ничего себе. А у нее потом залупа изо рта вылезала. Это стильное дерьмо. Жизнь это вообще, как... да, братан? Это как наш рэп. А, ну типа да, мы подошли к русским рэперам с затылкой, и залупа вылезает у них изо рта. Это метафора. Че? Подожди, пацаны, босс в том году дал хуёвый концерт в Одессе. Что ты ответишь? А нехуй было нам клуб минировать, суки! В смысле, хуёвый концерт? Скажи спасибо, что я вообще что-то дал. И Пимп там тоже был, ему это тоже предъява. Мы приехали, блядь, а там клуб заминирован. Люди стояли 2 часа,
А потом мы выступили с тремя песнями. Это что, по-вашему, хуёвый концерт? Вы что, охуели? Я все то, во что... Русские даже такого не могут. Да, сука, ворона, отъебись. Да, черный упал. Хочет, черный упал. Сниму. Подними черного, Кендрик Ламар будет ругаться. Бля, мы... Кидайте ваши донаты, или птица умрет. Потрачено, понял? Птица надо должна подмор... жить. А пока иди нахуй. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к воронам. Я их рот ебал. У тебя охуенные очки, бро. Я подумал, что это будет смешно, но, да, блядь, тяжело дышать, знаешь. Это ты типа сварщик или типа пловец? Ой. Типа пловец. Хотя для носа здесь не хватает. Да, нас, скорее всего, сварщик. Сварщик. Ждите новый альбом, сварщик. Ну, а что ты думаешь по поводу... Ты хочешь мне типа русского рэпера засунуть в кадр? Бля, Фадеев, отъебись, ты, ну отъебись, да, все, отстань. Иди, нету, блядь, денег, иди плати кредит. Это босс самое. Петухами, пацаны. Я ни на что не намекаю, но как тебе название альбома Saint Tracks About Style? Да-да, так назовем, пойдет, но... Рофл, рофл, как говорят в американских интернатах у нас. Я думаю, следующая трансляция должна быть только тогда, когда в Инстаграме введут не только ебаное телевидение, но и донаты. Я хочу давать трансляции за деньги. Я ебал рот халявщиков, которые смотрят и не платят. Ты музыку сейчас будешь включать или что? Покажи, я сейчас, покажи. Ты вообще охуеешь, знаешь, что передо мной? Покажи Фадеева. Да он улетел. Курочек топтать. Кто перед тобой? Ёбаный фонарь. Хуя. Это вы запарились, даже освещение сделали? Мы? Ну, естественно. У меня дом как студия, блядь. Мы сегодня с паштетом виделись. Бля, слушай, а можно на троих трансу проводить? Не-а. Хуёво. Сейчас бы пашка еще сюда. В смысле, донатеры ебаные. Способен, блядь, с нижними подчеркиваниями. Я тебя ебал, понял? Приглашаю тебя на стрелку. Приходи один, мы тоже от них придем. Ха-ха-ха-ха. Тыщ, тыщ, тыщ. Это убийство. Вы заебали. Читайте клиенты или, сука, рэп уже. Читай клиенты. Вы охуеете вообще. Мы альбом... Я учел прошлые ошибки. Ошибки прошлого своего альбома, которым я как в лужу пернул. Там было... Сколько там было? 7 треков? Ну, бля, ну надо было. Концерт был на носу. Ты просто Канье Вест, бро. Этот альбом будет как минимум в 2 раза длиннее. Понимаешь, ты опередил Канье Веста. Ну, кстати, да, Канье Вест. Если ты смотришь это, а ты по-любому не смотришь, ты уже, наверное, в Инстаграм ТВ. Просто донать и все. Дебилы, босс пидор, пиздец, они что-то агрят. Клиенты. Но твои трансляции оскорбляют. Давай поменяем ебаных людей. Так, все, кто смотрит эту трансляцию, сейчас мы перенесемся ко мне в Инстаграм, не смотрите. Идите нахуй. Бим, увидимся через 2 минуты. А как я ее надену-то, блядь? М? Я что, тебе клоун какой-то, блядь, в маске сидеть? Как ты на меня, сука? Пимп! Кидай запрос! Я на мотоцикле! Типа еду, да? Ну сними с меня, я чё, блядь, клоун какой-то тебе, что ли, нахуй? Иди сюда, блядь! За зубчик зацепилась.
Дай. Салам. НКТ и ВНВ. Владимир, Одесса. Кот в носках. Кто вы, сука? Почему я должен принимать ваши запросы на трансляцию в Инстаграме? Салам, Максим Богуцкий. 33 года тебя не видел. Мне, кстати, 33, это возраст Христа. Посмотреть. О, ебать, пимп, салам. А пиздато было бы проводить трансляции за деньги, да? Типа кто-то тебе кидает запрос. Ну ладно. Посмотри, я святой, я святой. Мне солнце пахнет. 1700. Короче, сейчас будет очень важное заявление. А пока здесь не наберется 10 тысяч человек, мы его не скажем. А пока будем просто пиздеть. Это гуф-схема. Да. Надо еще кого-нибудь за 10. Как только здесь наберется 10 тысяч человек, я скажу, куда я ложусь. Главное, куда. Блять, а можно сделать, типа, понял, такой прикол, типа, ты завис. Типа, такой сидишь... У тебя все равно голова дергается. Ну, да. Хуёво получилось. Это так не работает. Бля, ты бы мог смеяться за деньги? Ну, типа, тебе донатит, ты такой... Ой, получилось. Бля, если бы мне платили каждый раз за то, как я смеюсь, я бы был богат. В смысле, а ты что, не богат? Богат. Но был бы богат два... Тут, короче, ты пропустил просто. Тут чувак мне писал «Привет из Казахстана 2». Короче, Назарбаев вторую часть Казахстана выпустил. А одна, по первой половине где была? Сидела или что? Всем ну, казахам типа... большой салам! Это мои братья. Сначала там анонс был на Е3, типа вот «Казахстан 2». Политический юмор какая-то. Опасная тема. Задрот бойс. Ты знаешь, давайте. Если бы я был президентом Америки, я бы сказал, кто казахов тронет, сразу против них войну объявлю. К сожалению, я не президент Америки. Но легко могу им стать. Кем полагает? Ебой, по жизни. Бля, чего у тебя там шуршало, ты заебал? Да я не ебу. Ты все на этом, на Ксайоме своем ебучем? Это был на свай в кармане. Давай мы пацанами скинемся, тебе, блядь, телефон купим. Да нахуй, блядь. Я нашел Ксайоме на помойке, нормальная тема. Ну ладно. А че у тебя канат в натуре? Че у тебя с капюшоном? О, да. Сейчас уже 10 тысяч, кстати, наберется. Уже 1670 человек. Мы проиграли эту игру, бро. Ну и не узнаете, блядь, наши важные заявления. Понимаешь, Витяк на Урганте, а мы в прямой трансе в Инстаграме. Это что, круто на Урганте? Я плачу, как Лил Пип. Ладно, сейчас будет важное заявление. Короче, мы с Пимпом хотим сказать...